Сегодня у нас 3 июня 2016 года. Вот мы находимся в деревне Потереевка. Вон у нас храм. Вот и здесь вот возим дрова нам к лагерь стан детский православный. Вот брат наш Виктор за рулем. Тракторенка. Вот мы возим длинные. Это чтобы ребятишки в течение лета могли пилить их пилами. Вот. Сейчас будем загружать. Также мы здесь подкалываем между делом. Вот я подкалываю. Вот такие вот кучи дров у нас тут лежат. Вот так же по бортам. Ага. И это можно знать, откуда увезти. На полигера Глушкова, там где-то поля, вы же тоже. А, ну да, да. Там может быть не одна тачка. Эти проволочки не теряют, маленькие. Ладно, пошел я. Ладно, брат. Ну все, слава богу. Вот такой сейчас красивый пруд у нас. Он наш слив. Красота тут. Ну, вот так вот. Слава богу за все. Брат Никита сразу развернул их камнями. Сейчас его дома грузить. Вот. Ветла очень живучее дерево. О, сразу какие кустарники дала. Кусты. Ветки. Слава Христу.